Всем привет! Вы на канале Make Network и меня зовут Таня. В этом видео я хочу вам показать свою посылку с пряжей Валенсия, которую мне предоставил интернет-магазин Кудесница. В этом магазине вы можете приобрести не только пряжу, но и много всего полезного для рукоделия. Ссылку на интернет-магазин я оставлю в описании под этим видео. Пряжа Валенсия производится в Испании, изготавливается из перуанской, австралийской, аргентинской и новозеландской шерсти высших сортов. Также использует египетский мерсеризированный хлопок и премиум акрил. Сегодня я покажу вам пряжу, которая ко мне пришла. Посмотрим на ее состав, а подробный обзор будет чуть позже, так как я пряжей Валенсия еще не вязала. Это для меня новинка. Если вы уже пробовали какую-то пряжу фирмы Валенсия, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Напишите ваши отзывы, впечатления, как она ведет себя в носке и после ВТО. А я буду пробовать эту пряжу первый раз, протестирую ее и обязательно с вами поделюсь своими впечатлениями. А сейчас давайте посмотрим на состав пряжи. Первую пряжу, которую я хотела бы вам показать, это Валенсия Манго. Это самая толстенькая ниточка из тех, которые мне пришли. Смотрите, какая она толстенькая. Моточек 150 грамм. Толщина нити 105 метров. Получается в 100 граммах это 70 метров. В состав пряжи входит 24% мериносовая шерсть, 4% кашемира и 72% акрила. Ниточка идет скрученная, и мы видим на ней пушок. Смотрите, она пушистая. С этой пряжи я хочу связать модную объемную шапку резинкой. И как раз 150 грамм мне должно хватить. Смотрите, какая красивая. Объемная и толстенькая пряжа. Следующий моточек давайте посмотрим. Валенсия Гауди. В 100 граммах 230 метров. Состав пряжи 12% шерсть перуанской ламы и 88% это премиум акрил. Мы видим, она с блеском и немного пушистая. Ниточка также скрученная. Еще красивый цвет, смотрите, вот какой, есть оливковый, Валенсия Карида. В 100 граммах 114 метров, ниточка достаточно толстая. В состав пряжи входит 55% шерсть экстра, 35% акрил и 10% полиэстер. Следующий цвет, давайте посмотрим вот этот, яркий красный. Валенсия Жасмин. В 100 граммах 250 метров. Эта ниточка уже потоньше. 50% мериносовая шерсть и 50% акрил. Подробно про каждую пряжу я расскажу в следующих уроках. Сейчас мы так просто посмотрим ее поближе. Посмотрим на состав и на цвет. Вот есть красивый фиолетовый. Называется ниточка Каала. Это 100% премиум акрил. В 100 граммах 250 метров. Мы тоже видим, на этой ниточке есть блеск. И она также мягкая. Еще есть 100% акрил. Это Валенсия Фиеста. Но эта ниточка уже потолще. В 100 граммах 100 метров. Смотрите, 100% акрил. Нежный розовый цвет. И мы можем посмотреть скрутку. Смотрите, здесь ниточка состоит из 4 нитей, хорошо скрученных между собой. Есть и натуральный состав. Смотрите, здесь Валенсия Аризона в 100 граммах 260 метров, 97% полированная шерсть и 3% кашемира. Нитка тоже мягкая и приятная на ощупь. Еще мы не посмотрели, вот нежно-голубой цвет. Валенсия Деним. В 100 граммах 280 метров. В состав пряжи входит 45% мериносовая шерсть, 10% хлопок, 15% нейлон и 30% акрил. И остался у нас последний моточек. Это вот такой ярко-зеленый цвет. Валенсия Фламинго.
40% полированная шерсть, 5% вискоза и 50% акрил. В 100 граммах 375 метров. Это самая тоненькая ниточка из всех, которые здесь у меня есть. Состав пряжи мы посмотрели, теперь я буду вязать образцы и тестировать свою пряжу. Но вы обязательно пишите в комментариях, кто уже вязал из этой пряжи, что вы вязали и как себя пряжа проявила в носке. Ну а на этом все. Всем пока!